Ты что, болел, что ли? Нет. Это нагрузка. Ну, нагрузка. Ваня тоже садится. Раз, два, три, четыре, пять. Как было шесть. Сэр. Все, мотель заправились. Сейчас мельница. Мельница. Все делают по самбо, а Владимир делает по дзюдо. Умеешь делать мельницу, Мара? Да. Умеешь. Обычный... Кума хочет. По дзюдо, да? Хорошо, Андрей, ты идешь к нему. Вы вдвоем сюда. Нет, Андрей, ты сюда, Андрюша, сюда. Вы сюда, да, нам сюда, вот сюда, чем-то. Туда. Так, кто мельницу покажет? Так, Макс, ты заправься. Заправься. Я понимаю, конечно. Ты просто сильно поздно затягиваешь. Так, да, да? Еще раз, когда делается мельница? В каких случаях? В какой ситуации? Да, когда есть возможность сделать мельницу. То есть человек делает через бедро, он делает через бедро, ты можешь делать мельницу. Хорошо. Сейчас нет, надо взять мельницу. Если можно, вот туда, сядьте, двинется туда. Сядьте на колени, а вы нет. Вы сядьте. Да, пожалуйста, покажи. Значит, еще ручку. Отсюда. Нет. Значит, вот этот вариант для постановочного. То есть это типа показательное выступление. Первый шаг. Это для показательных выступлений. На соревнования не проходит. Есть другие варианты. Сейчас я скажу. Значит, первый вариант. Ты заходишь, даже чуть-чуть встать и потом делать свой пулёк. Вот такой можешь сделать? Встать как встать? Скорее, да. Еще раз. Стоп. Но не делай, только начни делать, я скажу. Возьми захват. Зашел, я остановился. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Нет, отошел. Отошел. Вот для того, чтобы встать, надо иметь опору. Значит, вот эта нога, которая идет сюда, она должна вот так стоять. Когда ты туда заходишь, раз начинаешь вставать, и тогда ты можешь делать сброс. Он должен смотреть вверх, нет? Еще раз. Он должен смотреть вверх. Он? Да. Зачем? Ну так его поставить. А, правильно. Да. Когда ты зашел и хочешь встать, ты посмотри наверх, тогда легче будет вставать. Я обычно так не делал. Я что делал? Я был на соревнованиях, я кто-то взял мельницу. Я взял мельницу, вырезал по самому. И когда стал крутить, просто смотреть, я думаю, как у него получилось, что он сделал с падением. Оказывается, мы насадимся на колени, делаем бросок, а он делает шаг, шаг. Вторая нога сюда, и он встает именно за этой ноги. Так. Есть другой вариант. То есть, вот, сделай еще с колен. Так, это я делаю? Да, как ты делаешь. Вот здесь, такая, здесь надо четко руками тянуть. И мальчик перебивается и готовится. Мат, да. Вот это вот, сними, пожалуйста. Нет, если хотите, покажу свой вопрос. Покажи. Хорошо. А ты что, в носу ковырял? Нет, вот ты. Вовки, да? Блин, больной рукой лупил по этому чучелу, блин, я офигею. Это как у меня здесь больной пришел с этим. Он тебе сойдет там. Артем, не могу, у меня же этот. На следующий день пришел, снял, посидел, пошел туда, начал бегать. Я-то ты забыл? Карабейка? Нет, вчера был Артем Пук у меня, да, мальчик есть, 6-й класс. Я поверил, Артема. Так, да. Вот теперь посмотри, что здесь не хватает? Здесь не хватает тяги для тебя. Я что, я
Я делал, но у меня в базаре иконов не было. У меня были в основном койки, я уходил на убежание. Юбки и койки. Что я делал? Ой, я даже в свою сторону не могу, возьми за пояс. Вот когда я подворачивался, я что делал? Я головой упирался в живот. Живот упирался, вот я вылез просто. Вот сюда упирался, в живот. Когда так притягивал, что он летел. Но обычно в базаре иконов не было. Но мне главное перевести. Юка и кока. Коки нет, юка сейчас это базар. Но я переводил в парня и до свидания. Покажи. Покажи, как ты делаешь. Сначала сделай потихонечку, не тихо, а потом муар, мельник. Полиция.
Эту мы поворачиваем. О, вот, как раз хорошо. Андрюха, готов? На середину. Приготовились. Сейчас, одну секундочку. Сейчас, я выключу и включу. Женя, ну репиди. Ну медитика. Средненько так. Сейчас, одну секундочку. Сейчас. Внимание. Пожалуйста. Так, хорошо. Меняйтесь. Нет, он туда спиной становится. Женя туда спиной. Так, приготовились. Пожалуйста.